Так, ну все, управился. Прям даже немного взмок. Так, ну что, с последнего раза, когда мы здесь были, воды прибавилось, причем достаточно значительное. Разлив в самом разгаре, поэтому это нормально. Так, ну я уже забросил. Опять у меня две палки. Раз, два. Стою на том же месте. Сегодня у меня есть соседи, но они там чуть подальше стоят. Я мимо них проходил, я только не понял, они с ночевкой, что ли, здесь были. Так, ну забросили, по времени все нормально, единственное по насадке. Потому что я уже хочу прийти сюда не первый день. Первый день у меня не получилось, второй день шли дожди, поэтому насадки у меня чуть больше трое суток. Конечно, лучше бы, чтобы был свежачок, но что есть, то есть. Нет, я ездил в магазин, но хлеба не было. С чем связано, непонятно. Так, единственное, что меня пугает, это вот это дерево. Я, кстати, еще тот раз заметил, что оно как-то критично наклонилось, скажем так. Это, видимо, связано с тем, что все-таки, когда жгли, немного на дерево перебросилось, оно тлело, тлело, тлело. И прям, ну, сильно оно как-то наклонилось. Поэтому очень опасно. Там, где вот я сидел раньше, там сейчас особо не сядешь. Как-то рисковать не очень хочется. Уровень поднялся. Течение сильное. Надеюсь, основная часть мусора прошла и не так сильно будет забивать снасти. По берегу все равно этот валяется. Вот камыш, вот это вот все-все-все. Поклевка была, но я ее прощелкал. Жалко, первой поклевкой. Ну, минут 15 где-то простояло. Ладно, перебросим. Я вообще не понимаю, что происходит. В общем, вторая поклевка. Я чувствую, прям он сразу взялся. Но сколько там? Ну вот, пару оборотов катушки, бах, он сошел. Вообще какая-то мистика. И опять именно та дальняя клюнула. На этот раз я, кстати, не стал вас переставлять. Думаю, так подсеку. Нет, не получилось. Прошло, я не знаю, минут... Минут 7, наверное, прошло. И вот, бах, опять поклевочка. Ладно, перебросим, перебросим.
Опять я бросил на то же место. Не, ну конечно, какая-то тенденция такая пугающая. Две поклевки, а рыбу я так и не видел. Да я просто смотрю, там что-то уже народу. Просто туева туча. И буквально за сколько тут? Меньше часа набежали. Очень много людей. Но сегодня выходные, кстати, да. Так, ладно. У меня два крючка. Есть, есть рыба. Небольшой голавлик. Фу. Кстати, сопротивлялся, конечно, он очень бодро. Прям винтом шел. Мусора, слава богу, нет, но течение дает, конечно, колоссальное сопротивление при вываживании этой очень красивой и сильной рыбы. Фух, ну наконец-то сдвинулась с мертвой точки. А то прям какие-то непонятки пошли. Вот третья поклевочка и рыба, наконец-то. Я очень рад. Перебрасываем. Простояла она буквально, ну сколько? Тихо, мой хороший. Тихо. Все. Ты со мной. Минуты три, наверное, простояла. И все, и поклевочка. Отлично. Так. Так, сейчас я за вас зайду, чтобы мне было поудобнее бросать. Смелее.
Вот он, голавлик, небольшой опять. Красивый, хороший. Давай. Отпускаем его. Поклевка была хорошая, но где-то на четверти пути я ее растерял. Обидно. Не пойму, но крючок все нормально. Почему сходы такие? Так, ладно, время все равно у нас подошло. Сейчас эту тоже перебросим. Вот это, ребятушки, уже первый трофей сезона 2019 года. Так, как же быть? Как же быть? Вот он какой здоровый. Красавец, да? Обалденный просто. Красивый. Тяжелый, главное. Отличный экземпляр. Просто шикарный. Упирался он тоже, конечно, прям всю дорогу. Рывки, вот это вот все. Блин, рыбалка сегодня, конечно, у меня получается просто чудесная. Так, дружище, все, давай в свою среду иди. Только аккуратненько. Аккуратненько. Давай, давай. Да, 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 все, красавец. Красавец ты. Ага. Все. Так. Все. Давай сам. Шу. Пошел. Красавец просто. Фух. Да. Этот с первым только у меня не получилось. Придется его забрать. Я бы его, конечно, тоже отпустил, но я его уронил. На камень. Он все, я его минут 20-30, наверное, отхаживал, но он ни в какую. Я его заберу. А пока мы, да, поймал, отпустил.
Ладно, отличная покрывка была. Будем заканчивать на сегодня. Меня на солнышке приморило. Прям даже нет, я начинаю в дрему впадать. Так, ну что, по поводу клёва. Клёв, я считаю, был сегодня шикарный. Конечно, пик пришелся где-то на половину шестого, половина седьмого, где-то так. Вот в основном вот эти вот мои холостые поклевки были. На протяжении всей моей рыбалки поклевочки происходили. Результативные и не очень. Насадка, конечно, мне не нравится, но рыбе, тем не менее, она пришлась по вкусу, клевала. Так, что еще? Потерь пока нету, но зацепы присутствуют.